Сегодня 22 сентября, погода отличная, жара неимоверная. Я еще даже не успела раздеться, вышла на берег, и я не могу оторваться, потому что вот этот весь берег усыпан рапанами. Они разные, большие, маленькие. Он еще большой, большой, большой. Вот какой большой. Здесь столько рапанов. Я такого количества еще ни разу не видела. Ни разу не собирала. Не создавать панику, да, все собирают, все собирают, я собираю. Вот тех, кто делает самые самоделочки и любит украшения из ракуши, посмотрите, какой урожай. Но это еще не все, я вам покажу, что на берегу. Ну, вот это был шторм. Ой, сколько здесь рапанов. Маленькие, малюсенькие, посмотрите. Это я все хочу. И все собирают. Видите, таких людей, как я, очень много, которые хотят собрать рапаны. Вот он такой более большой рапанчик. Маленький, и берег усыпан, я даже не знаю, как это, не усыпан, а уложен. Это водоросли, это... Где крабы? И море выбрались за крабиков, да. Посмотри, крабики такие маленькие-маленькие. Им бы еще жить и жить, расти и расти. Все, вот они, крабики такие. Смотрите, а это что? А это все, это водоросли, я так понимаю. И тут же крабики, тут же мидии уже пустые. О, это еще живое. А это еще живое. Что это? Ой. Ну, наверное, тоже краб, да? Вот рапанчик, смотрите, какая красота. Ну, сегодня вообще... Это такое море я вижу, вернее, такой берег я вижу впервые. Вот, рапаны просто тебе в руку. Вот бежит краб. Где краб? Где? Ой, что-то кусается, наверное. Пусть живет, он живой, ползет, пусть идет в море. Вот, выживет. Так, я его выброшу, ну, я боюсь, но я все равно... Да, щупальце, ну вот пускай он жить хочет. Да, он мне будет благодарен. Он мне будет благодарен. Нет, ну вот за все время, за все годы я такой берег вижу впервые. Куча крабов, куча вот этих рапанов. Это вчерашнего шторма, что ли? Ну, хотя он не сильный был. Не сильный был, да. Но ветер был, и волна такая была большая. И вот это что-то водоросли. Куча водорослей. Тут, наверное, если порыться... Слушай, здесь если порыться, вот с этим, как называют, миноискателем, да, тут можно все что угодно найти. Ой, так, ну такое действительно интересное, все в одном месте. Вот в одном месте все это выбросило. Ну же, мои дорогие, я пойду собирать рапанчики, потому что людей-то прибавляется все больше и больше. Кстати, сегодня купаются, но очень жарко. Я сейчас тоже разденусь и искупаюсь. Практически там полный щель, у берега немножко волна. В общем, для любителей, пожалуйста, где там люди, где там отдыхающие на солнечном берегу, выходите все, выходите на берег, на солнечный берег и Гафан, смотрите. Пишут, что там, где вы снимаете, везде мусорка и грязь. А, ну я в этом не виновата. И там, где мы снимаем, но это не мусорка и грязь, это то, что море выбросило. Я в этом не виновата, что некоторые вот так вот, ой, я, ну, где поел, там и бросил все после себя. Ну, я же в этом не виновата, а мы идем... Короткий путь. Вот так вот идешь наискосок, как бы далеко, да, идешь напрямую, там дворики. И вот, да, я, в принципе, не замечаю, потому что мне здесь настолько хорошо, что я и мусор не замечаю. А вы замечаете, наверное, в каждой стране и в каждом городе есть такие места, где не то, что люди не убирают, убирают и дворники, и все, но люди успевают так это за ночь или за вечер или за утро как запачкать. Все, ну кто его знает. Не пахнет, говорит, там плохо пахнет, да, не пахнет. Но нормально, все, столько воздуха хорошего, уже все раздувается. Так, покупаться пойдем? Обязательно, наверное, хотя я кашляю, не знаю, у тебя кашляю, но вода нормальная. Люди все купаются, люди. Вот вам практически конец сентября. Ну, столько стужи, столько же ракушек. Я вначале ракушки насобираю. Потому что я не могу даже, совсем малюсенькие и громадные. Но громадные тут же опять выбросила большой. Вот женщина даже не хочет поднимать, не хочет даже наклоняться. Так вот, ногой раз отодвинула их и все. А я буду наклоняться, буду их собирать. В общем, всего вам самого доброго. Пока-пока-пока. Выходите к морю, кто еще успеет. Собирайте сегодня много-много ракушек. Там, где холодно. Ну что, я вам всем желаю душевного тепла, вот, чтобы любили друг друга, жалели друг друга. Вот. Не всегда там хорошо живется, где очень жарко, да.
Вот, а все-таки хорошо живется там, где есть тепло в душе. Вот. Ласка в сердце, любовь в сердце. Так любите друг друга, дорожите друг другом. Пока-пока-пока. Все, пока. Я пошла собирать рафанчики. Все.